Сегодня 29 число, понедельник. Мы ранненько встали сегодня, а мы уже понедельник. Да. Вот с такими вопросами мы просыпаемся. Андрей уже почистил рыбу. Саня поставил чайник. Ну, я ничего не сделал. Ну как ты не следил? Ты следил, да. Сделал вклад. Да, вклад. Сейчас Виталиком делаю вклад. Погода сегодня, как вчера, просто, боюсь сказать, и сглазить. Все замечательно. Мы вчера доехали до Нового, там оставили прицеп. Смешно. Мы сейчас поедем снимать рогатки. Андрей Викторович вчера их там напулял. В одну харю штук 40, наверное. Не преувеличивай, потом будет маленький урожай 40 там. Ну ладно. Вот мы обновляем уход. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут первый раз чего купить. Купить дорогие, а? Надо. Оп! Опа! Спасибо Женьке, двоюродному брату с Вологодской области. Подогнал мне ухватик. Спасибо Виталику. Доделал его. Всем. Ну, доделал-то его я. Два самореза-то. Кто вернул? Вернул. В общем, мы пытаемся выехать часов 11 сейчас, наверное, да, примерно. Около 12 даже. Съемка идет, не материмся. Поедем снимать, пытаться снимать улов. Кормил меня, сука, репеллентом. Виталик попрыскал Андрюхе в рот антиклещевиком. Меня еще отравлю. В общем, большие старые дураки, блин. Отравлюсь, говорит, сейчас. Ну ладно. Кто еще травится? Пока так вот. Вот рыба живая еще. Это рыба зов. Вот так оно и работает. Thank you.
А вот так вот снимать нельзя. Это для ТикТока только, так, как Виталик снимает, для ТикТока только. Это тоже фотография для ТикТока. Вот мы тут присели перед этими событиями. Чего-нибудь перекусить. Потому как что Бог послал? Встали в 5 утра, есть хотим. С утра маковой росинки нигде не было. О, он виноват. Бактерии. Снимал в воздух. Ну, мою технику. Сейчас нормально. А так, глаз. Нормально взял, тоже с утра. Я красненький. Это ты маме скажи. Спакай. Да. Ну, видимо, тебя макали. Куда? Макали. Сироп, да. Патоку. GoPro 100 видео. Продолжим нашу эпопею. Продолжим. Там надо кузов принести. Вот мы все-таки вышли на акваторию. Ух ты! Мы вышли из бухты. Поводок испытываем, да? Нет. Да? Поводок хороший Виталик мне выдал. Кто-то хотят достать, ребята. Разворачивайся, и ты увидишь. Это. Быстрее приближаемся. Да. Разводка полная. Но достать ты не сможешь. Просто так. Пока нет. Коряга, да. Отдай этот самый спиннинг товарищу назад. Поднимаем. Цепляйтесь. Я знаю. Две размотки подряд, да? Смотри, вот когда не надо, сука, какой вид дунет. Ты зачем ругаешься? Ветер. Вот когда извинись, надо, пожалуйста. Иду. Извините. Оп. Размотка просто.
просто размотка. Это был очень большой окунь, который сам ушел. Очередная размотка. Очередная какая? Третья. Пока что счет 1-0. 1-2-1. В пользу щуки. Эту селедку вставляем? Ну, если ты поймал. Да, а, сырожка? Сырожка. Не, она, блин, это самое, не живет долго. Не знаю. О, есть. Это будет живец. Он пытался заглотить. Но он все равно будет. Так вот, господа, приходится одновременно ловить живцов, проверять рогатки. Не, пускай он так и будет. Что-то там тебе трепещется. Дальше, похоже, коряга. Оп! Живец-то он и в Африке живец. Вот видите, живец молодец. GoPro 100 видео. Станете, нет? Туда живца вам надо просто отдать. Ой, держитесь, держитесь, держитесь. Сейчас я ее взрежу, далеко не убегайте, сейчас мама выйдет. Размотка-то есть. Yeah. GoPro 100 видео. Вот такой вот поймал я. А до этого просто. Thank you.
сидим в лагуночке. Рыбы немерено. Надо только найти, куда ее подсовывать. Там как-то там в том конце было, ловилось. Птички всякие разные. Щебечут. Она сюда несет. Ты воду меняешь, да? А. Надо мне червя поменять. Похоже. Аник, палки их наши. Подсак-то нашли? Подсак нашли? Нет. Травы дофига. Чик. Ну, мельче выстрелить не могу. Там ты поменял воду? Тут попал? Попал. Входит что-то хоть покрупнее варилось. Вообще что-то ветром набило мелочь. Она не может сопротивляться. Я знаю. Вот, вот место тоже есть тут. Вот. Что есть, кстати, в этих кусочках. Нож. А, ноги удобно же. Нет, план был другой. Что здесь не будет ветра под этим берегом. А знаете почему? На-на-на-на-на-на-на-на-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай хотя бы за то, что я кушка только что поймал. Опять откладываешь, да? Ну давай встанем, давай. Ты давай вставай уже, давай. Куда-нибудь-то. Встанем. И щупку затянем. Там, короче, мы попали красноперки, блин. Ну, только она не вся такая. Попали в красноперковое место. Да.
Весло! Я барканулся. А весло? Миша? Приветствую вас, братья. На борту. По-разному. Нашего парохода. По-разному. Слушайте, можно спросить что-то? Я не хочу обидеть ваши рыбацкие эти самые. Так, да? Стоп. GoPro, стоп, видео. Виталик, греби, греби. Надо будет, наверное, как-то встать. Или мне наоборот, просто перетащить сюда. Да. Битфортов шнур. Ну что ты тут телепонишься? Есть что-нибудь? Нет? Она в берег ушла вон. А, блин. Ничего там нету. Ничего нету. Тут только живец. Живее всех живых. Не греби пока. Это у вас живец в берег все унес. Перенаживить. У нас есть, да, живец? Есть. Там две подряд сработки есть. А здесь надо перенаживить. Понимаю, живец, блин. Ходите мимо, у вас подсака нету. Подплываем. Все, давай заберем его. Подсака возьмем, что ты? Ну идите на. Да там и следующая еще одна, так что теперь? Вот это ваша, да, наша. Вот одна размотка. Ох, вон она, да. Что-то есть. Подсак приготовь. Ну, хорошо вытянул-то, наверное. Там еще размотка. Ну так. Я даже не заметил, какие. Ну хорошо. Незаметная такая. А где этот? Чёрт возьми. Радуемся пока что. Не, а трава? Нет, не подожди. Не, а, ничего нет. Вчера? Сука. Где дела? Взяли? А? Взяли, взяли. Держалась просто так. На чистом слое. Такая, ничего себе. GoPro стоп видео. Нормально. Размотка. Говорить, до конца. Говорить ничего не буду. Скорее всего, брошен. Да. Брошенка, да? Не прав. Бросила. Потому что у вас нет подсака. Это волшебное слово. Подсак. У них есть, по-моему, эти живцы. Вон там следующая размотка идет. А, нет, нет, через одно. Там размотка. Вот мы пойдем на размотку. У вас живцы еще есть? Потому что мы пошли на размотку. Давай, давай. Ну что, вот, ну... Сейчас поймаем еще раз.
Мы спросили, у вас есть живец? Вы говорите, идите, идите. Разворачивайся. Блин, она туда в берег утащила. Она в берег утащила. Опять под берег. Опять под берег. Какая еще ушистая? Хорошо там дергается у них. Миша там руки моет. Че, подсак нужен? Ну, пока веревку не достали. Хоть красивая какая. GoPro 100 видео. Не шумите, а мы и не шумели. Да блин, все. Какая-то мелочь. Взяли седьмой, получается? Это счастливое число, да? 7 это счастливое число. Можем не торопиться, у нас все равно живца нету. Мы можем еще покидать. Размотан. Размотан. Следующий размотан. Нет, я еще не размотан. А хотя... Что-то есть у бегемота. Говорит, что ты не видишь. Ты точно не видишь. Mm.
хоть что-то тут. Хоть какая-нибудь одна. А та же размотана. А тут такой кабанчик. Чешский. Кабанчик. Будем смотреть. Правде глаза у нас. Все равно нету этого. Сердца. Большой крюк, большой сход. Так. GoPro стоп видео. Пока не дергается. В лопухи выехала вон. Что-то там ребята достают. Туда к ним подгрести. Все лопухи тащу. А по-моему чего-то есть. Андрюха, есть. Блять, бревном, сука. Палку да? Вырвала. Держи палку. А-а-а. Можешь держать. Ух, нихуя. Во! Есть, гантор. Хороша! Сейчас я держу. Конечно, сильная тварь. За палку замотала. Блять. О! Хорошая. Будем. Давай, давай. Да, побольше. Чуть-чуть. У меня награды. Убирайте. Нам куда ее? Пакетик... Номер 9. Пакетик маленький. Обошли озеро по кругу. Размотки есть, но рыбы нет. Ты ведь клюнул, чего ты надо-то? На, Виталий, как-то к рогатке тебе подплыть. Странно, странно. Такая, блин, большая сооруженная она. Согласен. Что-то тропа заросла, да? Грибов нет. Ягод нет.
я более заслуженный человек, но я не навязываю себя.